10 фактов об Эстонии, которые вы, наверное, не знали. Хотя Таллин является единственной настоящей столицей Эстонии, другие города имеют неофициальные титулы. Тарту известен своей университетской культурой, в Пярну проводят отпуска, а в Курусаара справляют свадьбы, а в Тюри выращивают цветы. Хоть население Эстонии составляет всего 1 300 000 человек, каждый год сюда приезжают более 2 000 000 туристов. Эстония – одна из немногих стран, где количество гостей превышает количество жителей. При этом места хватает всем, особенно на природе. Несмотря на небольшой размер, Эстония активно участвует в покорении космоса. Например, еще в 1962 году на заводе в Пыльцево начали выпускать продукты для космонавтов. С тех пор производство закрыли, но независимая Эстония тоже успела многого добиться. Например, в 2013 году запустила на орбиту свой первый эстонский спутник Эст-Куб. В зимнее время автолюбители могут прокатиться по ледяным дорогам. Дорога на остров Хиима является самой длинной в Европе и пролегает по 25 километрам замерзшего моря. Всего в Эстонии существует 7 официальных ледовых путей. Из всех деревьев Эстонии самым известным является дуб, растущий посреди футбольного поля в Варисаре. В советские времена его пытались выкорчевать 2 трактора, но ничего не вышло. Дуб продолжает расти и в 2015 году получил титул Европейского дерева года. Эстония славится самой большой коллекцией народных песен. В архиве хранится более 133 000 записей. Эстонцев часто называют поющей нацией. Каждые 5 лет здесь проходит эстонский праздник песни и танца, который собирает 200 000 исполнителей и зрителей. Крупнейший банный марафон в Европе проходит в эстонском городе Оттепе. Команды со всего мира должны как можно быстрее посетить 20 самых разных бань. Также в программу входит купание в проруби. Идея международного субботника родилась в Эстонии в 2008 году, когда более 50 000 волонтеров вышли на сбор мусора. На сегодня в субботник приняли участие около 16 000 000 человек из 113 стран. Первый всемирный субботник прошел в 2018 году и собрал более 380 000 000 людей, что составляет около 5% населения Земли. Кстати, эстонские дизайнеры тоже привлекают внимание к проблеме и часто используют мусор в своих изделиях. Благодарю вас за просмотр данного видео. Если вам понравилось это видео с фактами, то вам наверняка понравится это видео.